Я волшебник, дед всевет, мне в обед всего 100 лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. Иван-царевич и серый волк. Русская сказка. Жил-был царь Берендей, у него было 3 сына, младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный, росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад, посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника. Царь перестал и пить, и есть, затосковал. Сыновья отца утешают. «Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить». Старший сын говорит: «Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника». Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого не уследил. Припал на мягкую траву и уснул. Утром царь его спрашивает: «Ну-ка, не обрадуешь ли меня? Не видал ли ты похитника?» «Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал и никого не видал». На другую ночь пошел средний сын караулить и тоже проспал всю ночь, а на утро сказал, что не видал похитника. Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошел Иван-царевич стеречь отцов сад и даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон задолит, он росой с травы умоется, сон и прочь с глаз. Половина ночи прошла, ему и чудится, в саду свет. Светлее и светлее, весь сад осветило. Он видит, на яблоню села жар-птица и клюет золотые яблоки. Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за хвост. Жар-птица встрепенулась и улетела. Осталось у него в руке одно перо от ее хвоста. На утро приходит Иван-царевич к отцу. «Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника?» «Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот от похитника память вам принес. Это, батюшка, жар-птица». Царь взял перо жар-птицы и с той поры стал пить и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное время ему и раздумалось об этой жар-птице. Позвал он сыновей и говорит им: «Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места познавали, не напали бы где на жар-птицу». Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу. Старший в одну сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону. Ехал Иван-царевич долго ли, коротко ли, день был летний. Приустал Иван-царевич, слез коня, спутал его, а сам свалился спать. Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит, коня нет. Пошел его искать, ходил, ходил и нашел своего коня. Одни кости обглоданные. Запечалился Иван-царевич, куда без коня идти в такую даль? «Ну что же, — думает, — взялся, делать нечего, и пошел пеший. Шел-шел, устал до смерточки, сел на мягкую траву и пригорюнился сидит. Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк. «Что, Иван-царевич, сидишь, пригорюнился, голову повесил? Как же мне не печалиться, серый волк, остался я без доброго коня». «Это я, Иван-царевич, твоего коня съел. Жалко мне тебя. Расскажи, зачем вдаль поехал? Куда путь держишь?» «Послал меня батюшка поездить по белому свету, найти жар-птицу». «Фу-фу! Тебе на своем добром коне и в 3 года не доскакать до жар-птицы. Я один знаю, где она живет. Так и быть. Коня твоего съел, тебе буду служить верой и правдой. Садись на меня, да держись крепче». Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк, и поскакал. Синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли,
Добегают они до высокой крепости. Серый волк и говорит: «Слушай меня, Иван-царевич, запоминай. Полезай через стену, не бойся. Час удачный, все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко. На окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри, клетки не трогай». Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем. На окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его и разгорелось. «Ах, какая! Золотая, драгоценная! Как такую не взять?» И забыл, что волк ему наказывал. Только дотронулся до клетки, пошел по крепости звук. Трубы затрубили, барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону. Царь Афрон разгневался и спрашивает: «Чей ты? Откуда?» «Я царя Берендея, сын, Иван-царевич. Ай, срам какой! Царский сын, да пошел воровать! А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла? А ты бы пришел ко мне, по совести попросил, я бы ее так отдал, из уважения к твоему родителю, царю Берендею. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас. Ну ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне, тогда отдам тебе жар-птицу с клеткой». Загорюнился Иван-царевич, идет к серому волку, а волк ему: «Я же тебе говорил, не шевели клетку. Почему не слушал мой наказ? Ну, прости же ты меня, прости, серый волк». «То-то прости. Ладно, садись на меня. Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли? Добегают они до той крепости, где стоит конь златогривый. «Полезай, Иван-царевич, через стену. Сторожа спят. Иди на конюшню, бери коня, да смотри, уздечку не трогай». Иван-царевич перелез в крепость, там все сторожа спят. Зашел в конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку. Она золотом, дорогими камнями убрана, в ней златогривому коню только гулять. Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошел звук по всей крепости, трубы затрубили, барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича и повели к царю Кусману. «Чей ты и откуда?» «Я Иван-царевич». «Экка, за какие глупости взялся, коня воровать! На это простой мужик не согласится. Ну ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если сослужишь мне службу». У царя Далмата есть дочь, Елена Прекрасная. «Похить ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкой». Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошел к серому волку. «Говорил я тебе, Иван-царевич, не трогай уздечку, не послушал ты моего наказа. Ну прости ж меня, прости, серый волк». «То-то прости. Да уж ладно, садись мне на спину». Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него в крепости в саду гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит: «В этот раз я тебя не пущу, а сам пойду, а ты ступай обратно путем дорогой, я тебя скоро догоню». Иван-царевич пошел обратно путем дорогой, а серый волк перемахнул через стену да в сад. Засел за куст и глядит, Елена Прекрасная вышла со своими мамушками-нянюшками. Гуляла-гуляла и только отстала от мамушек и нянюшек. Серый волк ухватил Елену Прекрасную, перекинул через спину и наутек. Иван-царевич идет путем дорогой, вдруг настигает его серый волк, а на нем сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему: «Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было». Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой. Синие леса мимо глаз пропускает, реки и озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до царя Кусмана. Серый волк спрашивает:
Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился? Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расстанусь с такой красотой? Как Елену прекрасную на коня буду менять? Серый волк отвечает: не разлучу я тебя с такой красотой, спрячем ее где-нибудь, а я обернусь Еленой прекрасной. Ты веди меня к царю. Тут они Елену прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался точь-в-точь Еленой прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Кусману. Царь обрадовался и стал благодарить. «Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой». Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и едут они путем дорогой. А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до вечера, а как только было спать ложиться, повел он Елену Прекрасную в спальню. Да только лег с ней на кровать, глядь, волчья морда вместо молодой жены. Царь со страху свалился с кровати, а волк удрал прочь. Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает: «О чем задумался, Иван-царевич?» «Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем, конем златогривым, менять его на жар-птицу. Не печалься, я тебе помогу». Вот доезжают они до царя Афона. Волк и говорит: «Этого коня и Елену прекрасную ты спрячь, а я обернусь конем златогривым. Ты меня и веди к царю Афрону». Спрятали они Елену прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через спину, обернулся златогривым конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону. Царь обрадовался и отдал ему жар-птицу с золотой клеткой. Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Прекрасную на златогривого коня, взял золотую клетку с жар-птицей и поехал путем дорогой в родную сторону. А царь Афрон велел подвести к себе даренного коня и только хотел сесть на него. Конь обернулся серым волком. Царь со страху где стоял, там и упал. А серый волк пустился на утек и скоро догнал Иван-царевича. «Теперь прощай, мне дальше идти нельзя». Иван-царевич слез с коня и 3 раза поклонился до земли. С уважением отблагодарил серого волка. А тот говорит: «Не навек прощайся со мной, я тебе еще пригожусь». Иван-царевич думает: «Куда же ты еще пригодишься? Все желания мои исполнены». Сел на золотогривого коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной, с жар-птицей. Доехал он до своих краев, вздумалось ему пополдневать. Было у него с собой немного хлебушка, но они поели, ключевой воды попили и легли отдыхать. Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, искали жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали и видят: у Ивана-царевича все добыто. Вот они и сговорились: «Давай убьем брата, добыча вся будет наша». Решились и убили Ивана-царевича. Сели на златогривого коня, взяли жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили ее. «Дома не сказывай ничего». Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уже вороны летают. Откуда ни возьмись, прибежал серый волк и схватил ворона с вороненком. «Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды? Тогда отпущу твоего вороненка». Ворон делать нечего, полетел. А волк держит его вороненка. Долго ли ворон летал, коротко ли, принес он живой и мертвой воды. Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-царевичу. Раны зажили. Спрыснул его живой водой. Иван-царевич ожил. «Ох, крепко же я спал». «Крепко ты спал», — говорит серый волк. «Кабы не я, совсем бы не проснулся. Родные братья тебя убили и всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей». Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут их серый волк растерзал и клочки по полю разметал. Иван-царевич поклонился серому волку и простился с ним навечно. Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом,
привез отцу своему жар-птицу, а себе невесту Елену прекрасную. Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, как помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его сонного, да как серый волк их растерзал. Погоревал царь Берендей и скоро утешился. А Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-поживать, да горя не знать. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец.